И снова всем привет, дорогие друзья. Сегодня буду заниматься клумбой. Вот у меня тут в центре огорода есть клумбочка. Вот там грядки, здесь лучок. Кстати, очень неплохо он растет. Там посажены арбузы, дыньки, кабачки, тыквы. Здесь посажены огурчики. Здесь подвешены корзинки с цветочками. Вот уже зацветают. Скоро будет красота. Но продолжим высаживать наши цветы. Здесь у меня растет дельфиниум. Эта клумба будет высокорослых растений, красивых цветочков. Там у меня посажены, уже высажена рассада георгинов из Китая. Хорошая рассада, скажу вам. Так, ну астры высокорослые тоже здесь. Все синхронно. Здесь годеция тоже высокая. Ну, начнем. Так, ну вот я буду сажать гладиолусы. Здесь у меня есть и свои. И вот я купила, мне понравились такие. Очищаем и сажаем. Все просто. Вот так вот. По три штучки вместе я буду. Так. Раз. Это такая букетная посадка. Мне очень нравится, очень красиво все цветет. Так, вот так, раз, два, три. Так, ну вот. Свои клубенечки, вот эти луковички, я храню вместе с георгинами, прямо в одной корзине. И они хорошо хранятся. Так, вот. Раз. Два, три. И будем закапывать. Сейчас все польем. И будет у нас тут красивая клумбочка. Так. Сейчас все польем. Так, ну вот так вот она будет выглядеть. Здесь такой дельфиниум в центре получится. Красивый синий. Очень красивый. Мы выращивали его с семенами, закапывали сугроб. И вот естественная стратификация, как говорится. Есть видео. Также рядышком здесь из семян выращены мирабилис. Или ночная красавица. Семена я собрала в Греции, когда были в отпуске. И вот тоже растет прекрасно. Вот такая будет у нас клумбочка. Здесь гвоздичка турецкая тоже через рассаду. Астрочки. Ну вот. Будет у нас такая красивая, высокорослая клумба. Цветочный микс. Всем спасибо, друзья, и до новых встреч!